10 ноября в стране отмечается День сотрудника органов внутренних дел России. Ульяновские полицейские сегодня, в преддверии праздника, возложили цветы к памятнику на страже порядка, а лучших из защитников правопорядка ждали награды, одна из которых государственная. За что и кто ее получил, расскажет Элла Шахова. Вы можете сыном гордиться, что он. Ну что, ему только как сотруднику уголовного розыска надо держать марку, что называется, и развивать. Все задатки как порядочного человека, как семьянина, как офицера с большой буквы, они есть. Начальник ульяновской полиции Андрей Мишагин лично пришел поздравить своего сотрудника Андрея Лукьянова и его родителей с присвоением ему госнаграды – медали за охрану общественного правопорядка. Событие знаменательное. Отдел полиции, в котором работает подполковник Лукьянов, специализируется на розыске людей, скрывающихся от суда и следствия. На его счету немало пойманных. Но государственная награда нашла своего героя после поимки особо опасного преступника. Им в 2016 году в Меликесском и Новомалоклинском районах было совершено в том числе двойное убийство и изнасилование. В прошлом году его следы обнаружились в Ростовской области. После его задержания также была установлена его причастность к совершению других особо тяжких преступлений на территории Ростовской и Волгоградской областей, в том числе изнасилование несовершеннолетней девочки. Значит, данный гражданин был этапирован в Ульяновской области. Ульяновская область, значит, осужден, приговорен к 22 годам лишения свободы. Службу в полиции Андрей Лукьянов начал в 2005 году в должности оперуполномоченного. В уголовный розыск попал в 2017. Андрей Алексеевич у нас достиг повышенных показателей оперативно-служебной деятельности на протяжении долгого периода продолжительного, имеет высокие показатели. То есть в связи с этим был награжден медалью президента Российской Федерации. Во дворце губернаторский сегодня состоялось торжественное собрание сотрудников органов внутренних дел нашего региона, где и прошло награждение отличившихся полицейских. Сегодня также сотрудники органов внутренних дел возложили цветы к монументу на страже правопорядка. Здесь полицейские и ветераны почтили память сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Элла Шахова, Герман Баранов, Вести Ульяновск.